Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні в нас в гостях експерт в сфері ЖКХ. Це Валерій Безлєпкін. Вітаю вас. Вітаю. І перше питання, яке цікаве, я думаю, що більшість наших телеглядачів, як формуються тарифи на ЖКХ? Всі ми розуміємо, що нам приходять платіжки, але хто туди вкладає, скільки коштувати повинно тепло, скільки коштує газ? Тобто це все питання риторичне для більшості українців. Тобто потрібно розібратися в цій ситуації, можливо, ви щось підскажете з цього прикладу? Дякую за питання, Дмитрий. Я думаю, тема тарифообразования наиболее болезненна для населения нашей страны, наиболее обговариваемая на уровне как бы войны на Донбассе, на уровне коррупции. По моему мнению, есть как бы у нас три основных проблемы. Это коррупция в органах власти, как угроза национальной безопасности, это война на Донбассе. И третий вопрос, ну не по значимости, а равный, это тема тарифообразования. Тариф – это не просто как бы стоимость услуги какой-то коммунальной или стоимость энергоносителя, газа, электроэнергии. По сути дела, сегодня тариф на человеческую жизнь в Украине установлен. Почему? Потому что экономически необоснованные тарифы, а мы знаем, что они в два раза минимум завышены, не позволяют нашим людям жить нормально. На нормальному економічному, соціальному рівні. Але якщо до суті, хто винен цьому і яким чином формують тарифи? Хто до цього причетний? Хто винуватий? Давайте я вам розкажу предісторію. Я називаю це тарифний геноцид українського народу. Як він починався, хто в цьому винуват, хто бенефіціари і що з цим робити? Це, я думаю, основні питання, які турбують суспільство. 3 марта 2015 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг приняла так называемое постановление 583 об утверждении розничных цен на газ, которые используются для нужд населения. Тогда были тарифы повышены ровно в 9 раз. Законно? Нет. Во-первых, национальная комиссия была... Разово? Разово, совершенно верно. Я анализировал эти тарифы, подал в суд. Кстати, 5-й год идут суды по отмене этого постановления. Оно легло в основу тарифного геноцида украинского народа. Тарифы были не только экономически необоснованы. В принципе, Национальная комиссия регулирования энергетики превысила свои полномочия, когда их утверждала. Что сделала Национальная комиссия? Есть формула расчета стоимости газа. Вы знаете, вот когда говорят эксперты, кстати, ни один политик об этом не говорил, что, и, кстати, позиция тоже власти была, что она потребовал Международный валютный фонд увеличить стоимость газа, электроэнергии, и потому были приняты такие решения. Нет, абсолютно. Есть четкая формула установки и стоимости газа для населения. Нарушив эту формулу, Национальная комиссия регулирования энергетики ввела в эту формулу несуществующие объемы импортного газа. Ну, она же не в вакууме находилась, то есть это комиссия, которая подконтрольна кому? Президенту на той момент. То есть, я так понимаю, это причетный до этого саме Порошенко и его банда. Давайте сейчас я закончу с тарифами и подойдем к роли президента и органов власти. Добре. 3 марта было принято это постановление, которое было не только незаконно, экономически необоснованное. По сути дела, было совершено должностное преступление членами Национальной комиссии регулирования энергетики. Знает ли об этом президент? Безусловно. Я лично информировал Петра Порошенко, информировал премьер-министра Украины, информировал главу администрации президента с описанием этой ситуации, что были приняты экономически необоснованные тарифы, совершено преступление, зарегистрировал уголовное производство в Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое сейчас до сих пор еще расследуется по 364 статье Уголовного кодекса Украины, это злоупотребление служебным положением. Ну, к сожалению, как власть расследует, вы знаете. Все высшие должностные лица государства знали о том, что тарифы экономически необоснованы. Более того, абсолютно все силовые органы были мною проинформированы, начиная от генерального прокурора, главу ДБР, руководителей НАБУ, МВД, все в курсе. Что с этим делать, вы знаете. Но в любом нормальном обществе, по сути дела, эти тарифы немедленно должны были быть отменены. Когда 5-й год идут судебные слушания по этому вопросу, по сути дела, у нас появляется главный бенефициар. Если вы зададите вопрос, кому были выгодны тарифы? Власти, безусловно, олигархам отчасти, основным бенефициаром
тарифного геноцида является Международный валютный фонд. Почему? По сути дела, это дополнительный налог. Экономически необоснованные тарифы, дополнительный налог на население Украины. Введя в 9 раз выше стоимость газа, одномоментно, по сути дела, народ обложили данью. Для чего? Для того, чтобы у власти украинской была возможность возвращать проценты и возвращать тело кредита Международного валютного фонда. Основным бенефициаром является МВФ. И почему так долго расследуется уголовное производство? Почему не привлекаются к ответственности люди, совершившие... По сути, мы говорим о преступлении. Их же не просто повысили, а для того, чтобы их повысить, исказили формулу расчета стоимости газа. Почему власть прикрывает это? Безусловно, все высшие должностные лица были в курсе, но, к сожалению, за 5 лет нічого не произошло. Ну, тобто, я ще правильно розумію, тобто спеціально підвищили тарифи в стільки разів для того, щоб оцю дельту, весь цей прибуток, який фактично все населення України буде сплачувати, в тому числі і борги за комунальні послуги, які передаються колекторам, і які стягуються вже в теоретично законний спосіб. Тобто вся ця маса грошей – це фактично ті гроші, на які претендує МВФ та міжнародні банкіри для того, щоб взяти з України ці гроші і що? Ну, тобто, в чому сенс? Якщо ми подивимося на МВФ на сайті, там вони пишуть, ми працюємо для того, щоб у світі не було бідності, таке інше. Тобто, ну, багато високих слів, а що на практиці ми маємо? Просто, що це структура, яка максимально знижує рівень життя населення до рівня економічного геноциду, чи як? Як ви самі відповіли на свій питання? Совершенно вірно. Міжнародний валютний фонд ніколи не був заінтересований в розвитті держави. Для нього цікавилися нам три питання. Це недра в державі, це повернення кредитів, дополнительні доходи від своєї фінансово-хозяйственної діяльності, це бюджет країни. Никогда они не были заинтересованы в развитии экономики, социальной сферы, здравоохранения, медицины. Это, по сути дела, знаете, такой орган, который уничтожает государство и население в том числе. И позиция в начале Международного валютного фонда, вот 2014-2015 года были, что мы не требуем увеличения тарифов на газ и электроэнергию. Мы требуем, в первую очередь, по Нафнефтегазу перестать дотировать из государственного бюджета. В принципе, это как бы логичная была позиция перестать дотации государства выделять НАКУ. Что сделало правительство в 2015 году, вот именно 583-м постановлением? Оно переложило всю свою бездеятельность, и НАКО в том числе, и правительство на плечи населения. Чем? Увеличив тарифы в несколько раз, безосновательно, без того, чтобы сделать нормальный бюджет на Нафнефтегаза, сбалансировать его, да? Посмотреть, за счет чего можно увеличить доходную часть, как уменьшить расходную часть. Сделали одномоментно, вот самое простое, переложили все проблемы на Нафнефтегаза на плечи населения. И что делать населению в нашей стране, непонятно. Органы не расследуют, суды отказываются принимать законные решения. Навіть якщо було рішення суду, чи теоретично ви вважаєте, що його почали виконувати? Тобто зменшили б тарифи в 9 разів? А ви знаєте, я вам скажу, що є таке рішення суду. Команда, которую представлял Александр Трохимец, это ваш киевский юрист, и народный депутат Алексей Кучеренко, 2 года, даже больше, по-моему, в судах они бились, и отменили постановление правительства от мая, по-моему, 2016 года, которое утверждало розничные цены на газ и тепло для населения. И как справа еще до этого решения суда? И не исполняется решение суда. Вы знаете, вот удивительная ситуация в нашей стране. Мы, по сути дела, говорим об отсутствии работы правоохранительных органов, об отсутствии работы судебной системы, которая 5 лет рассматривает первоначальную отмену постановления 583-го. А когда уже выиграны суды, они не исполняются. Мы писали и в кабинет министра Украины, писали в газоснабжающие предприятия, в теплоснабжающие, все друг на друга переводят, а мы не знаем, как исполнять решение суда. Ну, я вот бачу такую ситуацию, такую схему. Береться решение суду, заносится до НКРЕКУ, самой той структуры державной, яка утворює ціни на послуги ЖКХ. И кто там глава? У руки передати і успіхів йому, та й все. Чи друга ситуація. Чи ситуація інша. Я ж розумію, якщо там в НКРЕКУ, тобто в цій структурі приймаючи ціни менше, значить вони повинні бути менші по всій країні.
Вопрос в том, что функции сейчас по утверждению цен на энергоносители передали Кабинету министров Украины. И Кабмин утверждал эти цены. И это решение касается правительства Украины. И должен немедленно был премьер-министр собрать заседание, внеочередное правительство, проговорить вопрос на заседании Кабмина, как исполнять решение суда. Потому что 68 миллиардов долгов на сегодня по жилищно-коммунальному хозяйству – это одна из составляющих неисполнения решения этого суда. И более того, нерешение этого вопроса, он только затягивает удавку на шее теплоснабжающих компаний, на шее газоснабжающих компаний. Они тоже не заинтересованы в высоких тарифах. Почему? Потому что, по сути дела, неплатежи, которые происходят в стране, их загонят, в конце концов, до банкротства. Но на сегодня наше правительство занимается всем, чем угодно, только не тем, чем необходимо заниматься в первую очередь. Потому что, вы знаете, тема тарифообразования настолько болезненна для экономики. Если мы не решим этот вопрос, мы не перезапустим экономику. Мы не дадим возможность развиваться бизнесу украинскому. Я вот вначале говорил, да, это не просто стоимость газа, электроэнергии. Это тариф на человеческую жизнь. В прямом смысле этого слова. Если не будет экономически сбалансированных и обоснованных тарифов, экономика України не підійметься і не заработає. І заработає малий середній бізнес. А от якщо ми бачимо, що у нас є газ внутрішнього видобутку, у нас є, в принципі, я так розумію, що його повинно вистачити для того, щоб задовольнити потреби населення. А ми бачимо, що ціни у нас якогось там нідерландського хабу і таке інше. Тобто, немає якоїсь логіки навіть у цьому. Тобто ми бачимо, що як була схема при Порошенку, коли ця гігантська сума грошей, вона кудись зникала. І зараз ми бачимо, що вона кудись зникає. І навіть дуже цікавий факт, що борги перед МВФ не зменшуються, а збільшуються. Ви знаєте, хороший вопрос. Я уверен, що нашу передачу будуть смотреть десятки тисяч зрителей. Я хотел бы, чтобы ее посмотрел только один человек, если так можно сказать. Президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Я видел заседание, которое он проводил, совещание по тарифам в администрации президента. И как ему докладывали премьер-министр, руководители офиса, национальной комиссии, министерства. По сути дела, в окружении президента нет ни одного человека, который мог бы спокойно, четко, экономически обоснованно рассказать. Уважаемый президент Украины, на сегодня нет экономически обоснованных тарифов. На экономике и народе накинута удавка, которую необходимо не только ослабить, а развязать. Каким образом это можно сделать? То, о чем вы говорите, Дмитрий. Газ собственной добычи с нормальной рентабельностью 30% отдать на нужды населения. Хватает ли газа собственной добычи? Безусловно, хватает. И почему я вначале сказал о совершенном преступлении НКРЕ? Потому что они газ собственной добычи куда-то непонятно знаком пустили, а импортный газ заместили газом собственной добычи и дорогой импортный ввели формулу расчета стоимости, увеличив в несколько раз тариф для населения. Можливо, вони просто наш украинский газ продают по цінам закордонного десь? Нет, я так не думаю. Наш газ продают население только по завышенной в несколько раз цене. О чем говорят? Нет, ну не за рубеж продают, а именно население. О чем говорят специалисты? Реально сегодня себестоимость газа 1500-2000 гривен со всей рентабельностью, налогами на транспортировку, ВТВ, там, прочие расходы административные, 3600 – это максимум. Не 7 гривен, почему его сейчас продают, а 3600. Многие думают, вот я тоже как бы видел эти совещания, что у нас не хватит средств для развития отрасли. Это неправда. У нас хватит средств и для газдобычи, и для Укртрансгаза, которые, имея нормальную рентабельность, могут спокойно развивать газовую отрасль. А куди зникають ці гроші, які платять населення з Нафтогазу? Ми ж розуміємо, що теоретично вони мають йти на погашення боргів, а куди вони насправді йдуть? Ніхто не замислювався? Смотрите, Дмитрий, в первую очередь вопрос номер один. На сегодня НАК «Нефтегаз» является основным донором государственного бюджета Украины. Не просто так, за счет какого-то гения они начали работать прибыльно, работать с наполнением государственного бюджета. По сути дела, эти налоги платит народ Украины, а не НАК. Увеличив стоимость газа для населения, НАК получает сверхприбыля, распределяет их по своему усмотрению и наполняя государственный бюджет деньгами народа. А вот как дальше расходуется уже бюджет Украины? Здесь надо, конечно, смотреть отдельно.
Почему, вы говорите, растет задолженность перед МВФ и не погашается? А потому что бюджет Украины не исполняется. Вы знаете, что он в декабре не исполнен, он в январе не исполнен. В феврале тоже у нас уже есть дефицит бюджета, и мы будем сокращать расходы государственного бюджета Украины. Почему? Потому что по остальным статьям доходов, кроме НАКО, никто не справляется. Не справляется таможня, у нас уменьшаются рабочие места, не наполняется бюджет за счет других статей, то ли земельный налог, то ли с доходов физлиц. Если у нас люди уезжают за рубеж, откуда будет наполняться государственный бюджет Украины? Потому основным донором является «Нафтогаз». А яка обґрунтована ціна? От якщо в 2015-му в 9 разів підвищили ціну на газ, я так розумію, поступово підвищували цю ціну. Я так розумію, у 2020 році там останнє збільшення тарифів було, чи я помиляюсь? Чи ще будуть у нас збільшення? Я слышал эту эпопею, что сегодняшняя власть рассказывает, что на 30% уменьшились тарифы или цены на газ для населения. Я вам скажу свои платежки, чтобы у нас не было, знаете, разговор абстрактный. Вот перед вами конкретный гость в студии. У меня платежки за газ в октябре 6.30, в ноябре 6.30, в декабре 7.09, в феврале 7.11 гривен за куб газа. По сути дела, мы видим рост практически до 20% с октября по январь месяц. Ни о каком снижении тарифов и цен на газ для населения мы сегодня не говорим, потому что по факту он стал выше. Добре, зрозуміло. А яка обґрунтована ціна? Тобто, на скільки відсотків потрібно знизити ціну для того, щоб реально була ціна? В два рази. Мінімум треба знижати для населення. Я хотів би теж пожелати президенту України. Я його сторонник і голосував за Володимира Олександровича. Іскренне хочу, щоб у нього не було проблем, щоб він зміг преодолити один із найбільш болезненних питань – тему тарифообразування. Смело знижая в два раза тариф, мы ничего не потеряем, Дмитрий, объясню, для отрасли раз, для бюджета Украины два. Почему? Когда растет задолженность населения, и мы через к концу года выйдем на 100 миллиардов долга, нам не нужны высокие тарифы. Когда население не может платить, становится нищим, нам не нужны такие цены. Более того, а вопрос субсидий. Не потребно, а им, возможно, потребно. Вы знаете, потребно только Международному валютному фонду. Вот президент Украины точно не нужна социальная напряженность, экономически необоснованные тарифы, закрытие бизнеса, отъезд молодежи, которая не видит перспектив в этой стране. Уезжает по всему миру, разъезжается молодежь, это завтрашний день страны. Вот я убежден, что сегодняшнему президенту не нужны высокие тарифы и не нужно бояться их снижать. Почему? Можно смело будет отказаться от большей части субсидий. У нас субсидии больше 60 миллиардов гривен. Это раз. Это же тоже тариф. И на эту дельту можно смело снижать. Не платежи. 68 миллиардов. По концу года выйдем на 100 миллиардов. По сути дела, этот оброк надо убирать, этот налог дополнительно надо убрать с населения, перезапустить экономику. Другого нет пути. Дякую. Якщо повернемо, трохи будемо зараз розглядати іншу тему, це ЖКХ. Я так розумію, ви певний час працювали з цим питанням у Запорізькій області. Тобто ви бачите ситуацію на середньому рівні, середній ланці. І от... Ми розуміємо, що там дуже багато проблем. Радянський Союз набудував мостів, доріг, труб, каналізацій, колекторів, таке інше. Це все треба обслуговувати, це все треба міняти, це все треба оновлювати, таке інше. Тобто, яка зараз реальна ситуація? Там робляться якісь кроки для того, щоб цю ситуацію змінити, щоб в нас не відключали цілі квартали від води, щоб нас не вибухали посеред дороги фонтани з тим, що там в каналізації тече. Ну, тобто, елементарні такі речі, які, в принципі, потрібно робити, але я чомусь не впевнений, що це все робиться. Яка реально там ситуація зараз? Ви знаєте, Дмитрій, хороший вопрос. Конечно, тут одной передачи не хватит обсуждать проблемы ЖКХ. Даже сложно сказать, как коротко вам, чтобы и вам, и зрителям было понятно по проблематике отрасли. Сколько процентов из того, что треба сделать, роблять зараз? Вы знаете, вот я вам сейчас расскажу пример. Мы выходим с темы тарифообразования, подходим к ЖКХ. Вопрос, допустим, к теплоснабжающим предприятиям. То ли Киев тепло, то ли Харьков, то ли Запорожье тепло, не имеет значения. В структуре тарифов на тепло 70% энергоносители, 20 с чем-то налоги, административные расходы, и на производственную деятельность по разным городам остается
3-5% в этом тарифе. Скажите, может ли предприятие за 3% делать то, что вы говорите? Восстанавливать сети, делать капитальные или текущие ремонты, менять приборы учета, оказывать качественные услуги. Я же не зря говорил, что тариф, который сегодня существует, это удавка на шее экономики и народа Украины. И вот вы задали пример по ЖКХ, теплосети. А как они могут восстанавливать, когда у них нет денег? Это как бы в защиту тепловиков, водники. А как они могут восстанавливать, когда у них в себестоимости там, подачи и транспортировки воды до 40% энергоносители? По сути дела, электроэнергия там занимает колоссальное количество. Жилой фонд изношен 80-90%. Сети изношены практически до 100%. Знаете, уникальная ситуация была в Запорожье, когда приехал работать в горсовет. Если вы слышали, там был такой институт смотрящих. Евгений Анисимов, которого сегодня арестовали сотрудники МВД, и он находится под стражей. Так я вот был удивлен, при том, что в ЖКХ колоссальные проблемы, не хватает средств, сотни миллионов гривен было просто выведено из бюджета города, коммунальных предприятий города Запорожья, просто на обналичивающие центры, типа Паладет и другие. Вопрос номер один – это изношенность сетей и основных фондов. Вопрос номер два – это коррупция, которая никуда не ушла. По сути дела, любой сейчас горсовет взять бюджет. Киев, Харьков, Запорожье – хищение 30%. Это при том, что тарифы экономически не сбалансированы, у них нет денег. Но даже те минимальные копейки, которые можно было пустить на развитие сетей, їх не пускають. Якщо ми подивимося трошки в майбутнє, то ми все ж таки будемо розуміти, що в нас будуть дуже великі проблеми, і людям, які живуть в квартирах, потрібно готуватися до того, що у них може вимкнутися опалення, вимкнутися вода, вимкнутися електроенергія. Ну, тобто це, в принципі, я так розумію, логічний етап для того, щоб оцінити проблеми, які зараз ми маємо в ЖКХ, і саме в тому розрізі, що не інвестуються гроші для того, щоб їх оновити і якимось чином підтримувати в нормальному стані. Правильно вас розумію? К сожалению, ви праві, Дмитрий. Це не тільки проблема жилищно-комунального хозяйства, зношені сети, і що потребителі сидять на пороховій бочці. Кстати, у вас тоже было несколько аварий и в развлекательных центрах, когда прорвало паровое отопление, и пострадали люди. Вся страна сидит на пороховой бочке. А атомные станции, а гидро, а тепловые станции, а облэнерго и другие сети, которые газоснабжающие предприятия. В городе Харькове на 90% изношены газовые сети. В Киеве, думаю, ситуация аналогичная. А як так трапилося, що фактично країна, я так розумію, залишилася без хазяїна усі роки незалежності? Тобто ситуація ж, от з вашої точки зору, на протязі 30 років, вона якимось чином позитивну сторону звінювалася, чи просто йшла деградація усі роки незалежності? Ви знаєте, в початку 2000-х років я працював коммерческим директором Запорожья Обленерго. Вот тогда была ситуация, потом работал генеральным Луганского Обленерго. Тогда впервые была ситуация, когда мы начали реально наводить порядок. В отрасли у нас появились деньги, были серьезные инвестиции, были серьезные инвестиционные проекты, которые мы смогли реализовать. К сожалению, после 2005 года ситуация в стране изменилась. Мое мнение, страна начала медленно скатываться к внешнему управлению. А внешнее управление... Это международные валютные фонды, это западные кредиторы, это финансовые организации, которые не заинтересованы в развитии Украины, в развитии экономии Украины, общества, народа Украины. Они заинтересованы только в одном – получении сверхприбылей и более ни в чем. Чтобы вернуться к этой ситуации, опять же вопрос, то, о чем я говорил. Есть три проблемы. Если мы не трогаем самую острую, которая сегодня беспокоит общество, второе, просто это коррупция как угроза нацбезопасности. И третье, это тариф образования. Я понимаю, что, знаете, в стране есть тысячи проблем. И в Киеве, и в других городах. Три основные. Если мы подумаемся о нас, у нас изменилась влада. У нас в кабине сидят какие-то люди. Вот. Ситуація змінилася саме на середньому рівні. Я не кажу зараз на якийсь низовий, хоча б на середньому рівні, щоб нас... Було розуміння, що до влади прийшли саме ті люди, які хоч щось можуть робити. Не тільки розказують, там, показують якісь цікаві там, красиві слайди, але фактично реально щось роблять. От ви бачите, щоб ситуація кардинально змінювалася при Кабміні Гончарука? Знаєте, мені хотілося б теж вам аналогічний питання задати, але я гость, я буду на нього відповідати. Є хороше вираження Леоніда Філатова.
лучше, вернее, хуже нет напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. Вот сегодня ситуация такая, что я не могу понять, как был сформирован кабинет министра Украины. Я не могу понять, при всем уважении к президенту, за которого я голосовал и поддерживаю, как было сформировано, во-первых, сначала кандидаты и списки партии «Слуги народа». Почему эти люди без знания, опыта, понимания проблем экономики, здравоохранения, образования, энергетики, чего угодно попали в парламент? Что они там делают и как мы собираемся управлять государством? Мы с вами прекрасно понимаем, что на сегодня в кабинете министра Украины нет ни одного специалиста, который работает на Украину, который заинтересован в развитии, который не управляемый внешними кредиторами, который не относится к той или иной финансово-промышленной группе, олигархам или группам влияния из-за рубежа, типа Сороса. Нет специалиста, который работает на Украину. Я двумя руками поддерживаю переформатирование кабина, только на кого? Сегодня публиковали новых кандидатов. Тогда лучше не менять ничего. Потому что на самом деле, наверное, знаете, я скажу страшные вещи, которые у вас в студии никто не говорил. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Я думаю, что вы знаете, что масса внешних сил заинтересованы в распаде Украины. Так мы смело идем к этому, по этому сценарию. Не заинтересованы в слабой Украине, а уже реально в распаде. И у нас, может быть, остался последний шанс спасти страну, спасти людей. Потому что минимум три сценария есть по распаду Украины. И сейчас идет и реализация этого сценария. Вы знаете, я когда работал в обладминистрации, лет 10 назад спецслужбы писали, ну, знаете, отчеты закрытые, что будет в стране через 15-20 лет. Так они писали, что к 2025 году у нас будет 15-20 миллионов внешнее управление, и мы будем полностью зависимы от Запада и станем аграрной страной. Я тогда думал, знаете, мы были как бы на подъеме, в стране более 40 миллионов. Думаю, какой бред пишут спецслужбы? Как это может быть, за 10-15 лет страна потеряет 15-20 миллионов человек? А не надо много особо ума, казалось. Тарифный геноцид, внешнее управление, неподъемные цены, низкая заработная плата, отсутствие здравоохранения, образования, идиоты, медицины. И все. И идиоты у власти. Все, сценарий готов. Нас уже меньше 30 миллионов, кто бы что ни говорил, Дмитрий, поверьте, какие бы там ни проводили замеры, сколько нас осталось, или переписи, нас меньше 30 миллионов человек. Это однозначно. Да, с учетом потери как бы части территории Украины, но на сегодня нас нет 30 миллионов. Отсюда надо исходить. И что будет дальше, сложно сказать. Если сейчас вокруг президента не соберутся здоровые силы, которые беспокоятся за Украину, переживают за Украину, за народ Украины, и не поддержат президента в том, чтобы начинать реформы в стране, то, поверьте, Украины не будет. Ну, тобто, ви не бачите перспективи якихось УЗ-команди, якщо вони не змінять Кабмін і не почнуть якісь нормальні кроки робити для того, щоб країну виводити з цієї ситуації? Для мене ні, УЗ-команди, я, як би, знаєте, от не люблю якісь терміни, які, або, може бути, описание той или иной политической силы. Я вам скажу так, вопрос не в З-команде, вопрос в людях. В любой партии есть абсолютно нормальные люди. И в З-команде есть люди, которым бы не стыдно было пойти в разведку, поднимать экономику, поднимать социальную сферу здравоохранения. И в «Батьковщине» есть, и в «Опоблоке» есть, и в «Платформе» есть. Вопрос не в названии партии, вопрос в людях, которые хотят жить в этой стране, расти дети в этой стране, поднимать экономику. Тогда подойдем до этого вопроса трохи с другого боку. Если мы сейчас объективно видим ситуацию, каждый гражданин Украины чувствует на себе, что краще не відбувається. Кожного року ми бачимо якісь погіршення економічної ситуації в економіці і в інших сферах, там, в медицині, в освіті і так далі. Якщо ми подивимося на об'єктивно, який є реально потенціал в Україні для того, щоб змінити цю ситуацію економічно, для того, щоб у розвитку України була економічна основа, економічна база. Ми ж розуміємо, що економіка – це підґрунтя для того, щоб робити якісь стрибки там і таке інше. Я маю на увазі в економіці. Для того, щоб розвивати якісь інші сфери, таке інше. Де ви бачите саме перспективу України, навіть не дивлячись на те, що зараз ситуація дуже тяжка?
Дмитрий, первый шаг, который необходимо сделать президенту Украины, а я опять подчеркну, я поддерживаю этого человека и призываю все здоровые силы, которые будут как бы объединяться вокруг президента, поддержать Владимира Александровича в плане проведения реформ. Шаг номер один – это вернуть специалистов во все сферы жизнедеятельности нашего общества. Да, как это сделать? Так, вот так ты же не сделаешь. Ну, тобто, ви знаєте, є таке слово, мені воно не нравиться. Багато років спеціалісти вже знайшли собі роботу. Хтось пішов в бізнес і забув, як страшний сон, все, що там робилося у держслужбі. Хтось поїхав за кордон. Де їх взяти, цих людей? Люди ж розуміють, навіть які ще не виїхали з України, які зараз переформатувалися, десь працюють. Що якщо вони відкликнуться на те, що держава скаже, ей, давайте країну розбудовувати. Вони ж розуміють, що рік-два, а потім щось змінилося. І вони і буде якась інша люстрація, їх заклеймять, скажуть, що це агенти Путіна, таке інше. Ну, тобто, це маразм. І немає реального якогось інструменту для того, щоб повернути цих нереально адекватних людей, професіоналів своєї справи, до саме державотворення. Дмитрій, а стакан наполовину полон или наполовину пуст? Це риторичне питання, я зараз хочу логіку зрозуміти. Ви песиміст по житті, я вам логіку скажу. Знаєте, я українець, здесь 300 років прожили мої предки. Це зрозуміло, і я навіть з України не приїхав, але... Я вам скажу, що шаг номер один, ви говорите, от вони всі роз'їхались. Ні, вони не всі роз'їхались. Я не казав, що всі роз'їхалися. І потім государство скаже, возвращайтесь. Деяка частина в Україні, але пішла в бізнес. І я так розумію, хтось дуже гарно почуває, хтось не дуже, але все ж таки. Не вернуться ті, які вже ушли і обустроили свою життя в інших державах. Чому я говорю, що болезненно? Я маю на увазі в Україні, але в бізнесі. Ну, тобто, якщо ви стали бізнесменом, перший вопрос, ви хорошо сказали. Ну, от государство скаже, возвращайтесь. А государство, Дмитрий, не говорить, возвращайтесь. Посмотрите, кто во власти сейчас. Мы чуємо Зеленського. Він казав, що всі до України, всі навіть за кордону, не кажучи вже за тих, хто в Україні живе. Знаете, я верю, когда слова какими-то еще делами подтверждаются. Пока я не вижу призыва старой гвардии, пусть бюрократов, пусть тех чиновников, которых клеймили, закон о люстрации, уже Европейский суд признал не только антиконституционными, которые нарушают права человека. Почему мы обжаловали этот закон в ЕСПЧ? Это раз. Почему тех людей не возвращают? Это два. Так это специалисты. Это я понимаю. Так вот же пусть государство сначала скажет, что уважаемые правоохранители, которые попали под закон о люстрации, и чиновники, возвращайтесь. Вы нужны этой стране. Я уверен, что они с удовольствием вернутся. И многие еще послужат своей родине. В энергетике, посмотрите на министерство энергетики. Кто там специалисты? Юра Витренко в НАКе выступает, как бы, ну, адекватный руководитель. Так он говорит, у нас нет ни одного руководителя с профильным образованием. Если руководители НАКа открыто говорят, у нас нет газовиков, кто будет эту отрасль развивать, каким образом? Или министр образования. Любого министра сейчас назовите, скажите, Владимир Михайлович, это специалисты. Вот за это министерство не стыдно. Так давайте сформируем Кабмин, чтобы государство реально сказало, что возвращайте специалисты, мы заинтересованы. И я уверен, что они вернутся. Якщо цього не буде, Дім, от все остальне безполезно. А в якій сфері все ж таки є в Україні перспектива отримати економічний базис, економічний розвиток та зробити якийсь економічний ривок? З вашої точки зору, яка це галузь? Дмитрий, я убежден, що промисловість у нас якби до кінця недооцінена. Ми маємо великий потенціал в промисловості, ми можемо її розвивати, раз. Енергетика, два. У нас же профіцит виробітки електроенергії. Давайте її розвивати. Давайте продавати її. Давайте отримати дополнительні дивіденди. Газова отрасль. Я, знаєте, у мене якби, я чоловік старшого покоління, я вам скажу, може, непопулярні речі, я проти приватизації стратегічних отраслей і підприємств економіки України. Облгази, Обленерго, монопольні компанії всі, вони повинні приналежати государству. Во-первых, це безпечність. Це раз. Во-вторых, это развитие экономики государства. То, о чем вы говорите. Никогда олигархи не были заинтересованы в развитии экономики или этих предприятий. Если вы думаете, что частный бизнес справляется лучше, посвятите отдельную передачу деятельности облгазов Дмитрия Фиртыша, я вам на час расскажу, что делается в частных монопольных компаниях. Никто не заинтересован в развитии частного бизнеса. Заинтересован только в одном – украсть побольше, спрятать подальше и бежать, пока тебя не поймали. Вся логика заключается в этом.
аграрный сектор, безусловно, как бы у нас мощный аграрный сектор, его нужно развивать. Промышленность, энергетика, газовая отрасль и аграрный сектор. Это как бы те столпы, я бы сказал бы, о аэрокосмической отрасли. Не хочу вас обманывать. Я не верю, что мы можем эту отрасль возобновить. Скорее всего, она потеряна для страны окончательно. Дивлячись на те, що КБ Южне працює, КБ Південне працює, і вони щось там роблять, але я так розумію, що це підприємство вже фактично... Ми авіастроєння, ми потеряли. Україна космічне государство було з мощним і фундаментом, з мощною промисловою базою, производственною базою. Ну, у нас же з вами відкровений розговор. Я не вірю, що ми зможемо відновити аерокосмічну отрасль. Она, к сожалению, потеряна. А вот то, что я сказал, это еще реально восстановить, возобновить. А может быть, когда будет мощное государство, будет профицитный бюджет, люди не будут думать, как им заплатить за коммунальные услуги, как на кусок хлеба найти. Может быть, когда-то мы вернемся к этой отрасли. А можливо, це все в країні, як у нас фактично немає жодної партії, яка навіть лівоцентристська. У нас всі чи центристи, чи праві, чи ультраправі. Ви кажете про кроки, які... соціалістичного напрямку. У нас, якщо ми будемо уважно дивитись, що кажуть там навіть в команді «З», ми ж лібертаріанці, ми ж йдемо цим шляхом. А це фактично відмова держави від якихось зобов'язань щодо захисту населення, якогось там соціально незахищеного, таке інше. Тобто, ну це відкритий ринок. Що хотіть, те й робіть. Це ваші проблеми. Держава вам нічого не зобов'язана платити. Ви ж, можливо, якщо придивитись більш детально до того, що відбувається, можливо, саме за цим сценарієм просто все йде, що пенсії відмінять, їх фактично вже відмінили, якщо ми подивимось на скільки потрібно стажу людям, щоб їх отримувати. Їх вже, в принципі, на відсотків 50-60 відмінили. Зараз вони ж і підвищують і вік, і ускладнюють процедуру, і перестають платити, і перестали платити в Крим пенсії на Донбасі. Роблять цю процедуру фактично неможливою і відмовляються платити навіть тим людям, які її фактично зобов'язані отримувати цю пенсію. Можливо, все ж таки в нас будують лібертаріанську таку державу? Вы знаете, если вы спросите, что такое либертарианство, у 90% депутатов во «Слуги народа» они вам не расскажут. Это красивые тезисы. Более того, я уже сказал, Дмитрий, я не верю лозунгам партии, я верю в конкретные дела людей. Если человек за своими словами как бы реально наполняет их делами, вот только тогда может происходить изменение. Нужна ли как бы у нас социально ориентированная экономика? Безусловно, нужна. Неужели... В Швеции самая худшая экономика в Европе. Но она же социально ориентирована. Она социалистическая, по сути дела. Вчера Люксембург отменил для своих граждан плату за проезд в общественном транспорте. Все страны, по сути дела, европейские, демократические, заботятся о своем населении. И медицина, и образование, и социальные услуги, и тарифы образования. У нас тарифы выше, чем в любом государстве Европы, по сути дела. И нельзя сравнивать нашу заработную плату и пенсии и европейские заработные платы и пенсии. Так что социально ориентированная экономика вполне устраивала бы народ, население. Вопрос в другом. А почему народ не требует и не защищает свои права? Я думаю, що тут важливо зазначити, що люди вийшли на Майдан в 2004 році, стало гірше. Вони вийшли ще раз в 2013-2014. Стало ще гірше, війна і ситуація така, що люди об'єктивно розуміють, що якщо вони ще раз вийдуть, то України як держави, можливо, може і не бути. Я так розумію, це все ж таки єдине, що людей стримує для того, щоб вийти і сказати своє слово. А як ви вважаєте? Вы знаете, я против политических лозунгов, которые были на Майдане, тем более мое мнение. Знаете, вот я был посреди Майдана, я был между одними и другими. Обращался и к Яценюку, который тогда был, и к Турчинову со своим видением этой ситуации, потому что я 5 лет проработал на Донбассе, когда Фарион вышел на трибуну и сказал, те, кто размовляет украинской мовою, або хамы, або сепаратисты, хамов треба посылать, а сепаратистов расстреливать. В феврале 2014 года я сказал, у нас впереди война.
Почему? Потому что я знаю хорошо менталитет. Вот луганчан, 5 лет я проработал в Обленерго, директором, главой, руководителем департамента промышленности в обладминистрации, служил в армии на Донбассе. Я прекрасно знаю менталитет и луганчан, и дончан. Как только были сказаны эти слова, я понимал, что у нас будет война впереди. Это так, раз. А кто такой Фаріон? Це ж, Фаріон. Це ж хвора людина. Навіщо? Яким чином звертати увагу на те, що кажуть хворі люди? А сценарій-то пішов по її словам. Началась общевойськова операція. Вона ж не просто сказала, а потім сценарій почав розвиватися, як і говорила Ірина Фаріон. Це ж дійсно так. И для того, чтобы отстаивать свои права, вот мы знаем проблемы сейчас населения, да? Точно. Давайте возьмем, вот мы говорили с вами долго о тарифах. Угу. Давайте выйдем против тарифа. Скажем власти, что народ Украины против экономически необоснованных тарифов на электроэнергию, на коммунальные услуги, цен на газ для населения. Точечно возьмем, заставим власть повернуться к населению лицом. Не политические лозунги какие-то, да? Я навіть пам'ятаю мітинг на Майдані, який я організовував з своїми колегами, якраз щодо цього приводу, щоб тарифи робили адекватними, нормальними, щоб ліквідували схему, ось цю там Роттердам, там Нотердам, мінус-плюс, щоб фактично реальна була ціна. Але вийшло 300-400 людей, якщо я не помиляюсь. І що? Так це, от вопрос. Скільки потрібно виходити, яким чином доносити інформацію? Якщо я об'єктивно розумію, що ми один раз вийшли, другий, третій, десятий, ну і далі, що люди не розуміють сенсу цього. Виходити вже замало, потрібно ще якісь кроки робити. А в нас є законодавство, яке дуже чітко визначає, що усі дії, які робляться для того, щоб більш суттєво вплинути на владу, це вже кримінальні злочини. Ви знаєте, Дмитрий, це основна проблема, і я вам не відвечу на цей питання, чому 5 лет моєї антитарифної боротьби закінчився, я вам зараз розкажу, чим. В августі 2018 року я зареєстрував на сайті Верховної Ради України петицію об відміні цін на газ, як необоснованих, з підтвердженням і обоснованням, що вони економічно необосновані, ровно через 2 дні, без уголовного производства, без правонарушень, я угодив в слідчий ізолятор номер 10 міста Запорожжя по команді глави адміністрації президента Райніна. А я 2 роки... І, кстати, підписав, я зараз докончу, і підписала цю петицію 476 чоловік в 30-мільйонному государстві. І от коли населення починає зараз плакаться или публично говорить, что мы не согласны с тарифами, они экономически необоснованы. Я говорю, господа, так надо отстаивать свою точку зрения. Мене за те, що я теж відстоював точку зору і якимось чином намагався зупинити війну на Донбасі, мене запроторили на в'язницю на 2 роки і 3 місяці. На початку 2018 року мене тільки випустили з в'язниці. Але справа ще йде, в нас справи ніколи не закриваються в Україні кримінальні. І що? Ну, тобто... Дім, ну, це основний вопрос. Ви знаєте, я, як би, теж слышав о вашій ситуації, і о вашій, і о Руслані Кацабі. Це чисто був беспредел власті, коли людей з позиції, а таких, як ви були, сотні реально. Я перед вами сижу, тільки ви були проти війни, я был против тарифов, оказался, я единственный как бы человек в Украине, которого без уголовного производства, без регистрации в ЕРДР заявления о правонарушении посадили в тюрьму. Можете представить, на каком уровне была команда, сломали следственного судью Крамаренко, Орджоникидзевский районный суд, что человека без вины, без уголовного дела посадить в тюрьму. И у меня тоже есть обвинительный акт. Я сейчас отстаиваю свои права в суде, при том, что судьи отказываются отменять подозрения. Почему? Я думаю, що саме цього питання, що далі робити, це от ключове. І над цим питанням, я так розумію, замислююсь не тільки я, не тільки ви, а й дуже багато громадян, які теж дивляться цю програму, і не тільки. На цій ноті, я думаю, буду завершувати, тому що, на жаль, час нашого ефіру вичерпано. Якщо дозволите, буквально 30 секунд, я хотів би обратитися до громадян України, що якщо ми хочемо жити в нормальній, цивілізованій країні, починайте відстоювати свої права в рамках діючого законодавства. А як? Я вже сказав об этом. З нами був Валерій Безлєвкін, це експерт в сфері ЖКХ. З вами була програма «Без протоколу» та я її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!